Коммунальщиков сегодня вновь отчитали за нечищенные дороги и дворы Челябинска. Разнос за некачественную уборку снега устроили на аппаратном совещании в мэрии. Недобросовестных подрядчиков решили серьезно наказывать, вплоть до расторжения договора. Сейчас такую возможность рассматривают, например, в Тракторозаводском районе. Там подрядчик не исполняет обязательства по контракту. Жители возмущены, и эти чувства разделяют и временно исполняющие полномочия главы Владимир Елистратов. Во дворах, отмечает он, ситуация действительно плачевная. Как ты сказал ребенка на руках в садике, почему на коляске? А бесполезно, говорит, это невозможно. То есть все красиво, благополучное жилье, все в порядке. Зал возошла, до садика не дойти. Поэтому вот неделя прошла, она также продолжает таскать его на руках. На прошлой неделе во время мониторинга за ходом уборки выявили 92 замечания. К вечеру пятницы из них устранили только 9. Кроме того, найдены нарушения и почистки внутридворовых и внутриквартальных проездов. Было зафиксировано и заактировано 23 нарушения по 18 управляющим компаниям ТСЖ, ЖСК. Материалы подготовлены и направлены в государственную жилищную инспекцию. К нерадивым подрядчикам начнут применять самые строгие санкции. От штрафов до полного расторжения договоров. Сейчас к вопросу подключились все подразделения Управления благоустройства и жилинспекция. И коммунальщиков, которые экономят на очистке снега или игнорируют ее, будут наказывать рублем.